Приветствую всех на канале. Сегодня на разборке у нас телевизор фирмы LG, марка Flettron. Вот. Еще приписка, тут Digital Eye. Вот. В свое время это было чудо техники, но сейчас эта техника не рабочая. Кроме того, изрядно устарела. Значит, преимущество его было то, что впервые появился плоский абсолютно экран. Но имеется в виду не по толщине, а по поверхности. Интересно внутри, что акустическая система сделана вот в таких двух колонках, так сказать, с выходом, направлением вниз идет. Ну, посмотрим, какие динамики там стоят. А так, плата довольно-таки большая, правда, грязная. Придется, наверное, потрудиться, отмывая ее. Она обещает много интересных деталей. Вот. Будем разбирать. Самое ценное, наверное, это динамики. Две штуки, стерео, левая и правая колонки. Мощность максимальная 25 Вт. При сопротивлении 8 Ом мы достигаем 15 Вт, как здесь вот хорошо отмечено. Отлично, мощные динамики. Куча проводов получилось, вот эти силовые провода, такие толстые, отлично, качественные. Но это сигнальные, так скажем, со шлейфами, со всеми делами. Вот, вот это у нас питание. 220 вольт с вилкой длинный получился. Хорошо. Вот это очень интересный провод. Это эмалированный, диаметр 0,3 мм. Длина больше 100 метров тут. Этот провод вообще ценен тем, что его можно в трансформаторах использовать. На AliExpress такие провода стоят очень-очень дорого. Аудиогнезда, вход-выход тут. Все как положено. Зачетные вещи. Радиатор теплоотвода. Они очень даже неплохие, качественные. Вот, это мощный такой алюминиевый теплорадиатор. Вот, для усилителя звуковой частоты пойдет. Это тоже пойдет для усилителя звуковой частоты. Либо для блоков питания и других схем, где инверторов, где требуется вот теплоотвод. Тут их много. Такие вещи тоже на Алиэкспрессе стоят немалых денег. Вот. И качество там желают лучше. Все-таки здесь в брендовых вещах качество высокое. Банки конденсаторов. Емкость 330 микрофарад при 450 вольт. Это очень мощный такой конденсатор. Такой конденсатор, наверное, долларов 5 стоит на AliExpress. Так, это у нас 220 микрофарад при 160 вольт. Тоже зачетный конденсатор. Силовой трансформатор для импульсного блока питания. Очень даже неплохой сделан, качественный. Такие вещи я тоже оставляю. Это как бы называю оптика, но не совсем оптика. Это для вот сигнальных ламп. Они как раз светодиоды подставляем и светится неплохо. Мощный резистор такой на 7 Вт, 1 Ом. Зачетная вещь. Люблю вот эти снимать логотипы компании. Тоже в самоделках можно использовать. Но как бы фейковая вещь получится. Но все-таки кнопок немного. Вот группа кнопок зачетная. Вот это большая прямоугольная кнопка. И к нему выключатель. Очень качественный выключатель. Вот, сетевой на 220 вольт. Так называемая рассыпуха. Вот, у нас куча электролитических конденсаторов разной емкости и напряжения. Так. Дальше у нас метизы, саморезы в основном, довольно-таки мощные, крупные. Вот, пружинки, всякого такого я обязательно собираю. На AliExpress это тоже дорого стоит. Но вот, теперь вот интересный фоторезистор, тут качественный видно. Это у него был маркетинговый подход, Digital Eye, то есть цифровой глаз якобы. На самом деле схема примитивная, это яркость подкручивается в зависимости от освещенности. Так, ну вот так дурили нас. Транзисторы, вот мощный такой транзистор D5702. Я думаю, что это транзисторы. И вот таких транзисторов небольших, ТО-92 корпусе, их достаточно много. Я их тоже собираю. Так, тут у нас уже идут стабы. А, диоды, извиняюсь, диоды. Тут диодный мост.
вот в такой форме нагревающие диоды, мощные диоды. Так, ну и разные другие диоды. Так, очень много микросхем. Микросхемы разные. Есть тут интересная микросхема. Где-то, так, это у нас процессор и так далее. Вот это, наверное. TDA7297, это микросхема усилителя. Есть микросхема шим-контроллера. Вот. И процессор, собственно говоря. Телевизионный, я вот не знаю, зачем он мне нужен. Вот, может быть, его можно перепрограммировать, посмотрим. Так, сетевой трансформатор, фильтровый. Конденсатор тоже. Вот тут у нас вход очень качественный для джеков. Так, тоже использую всегда. Это у нас индуктивности качественные, кстати, неплохие индуктивности. Мелкие есть тут, ну, всякие индуктивности. Катушки, так сказать. Оптроны тут у нас две штуки. Резисторы мощные, только я собираю мелкие, я не собираю. Смысла их нету, потому что они стоят недорого. Там за полдоллара можно 100 штук купить. Так что и сортировать потом это целая морока. Ну, вот эти конденсаторы собираю. Тут высокое напряжение. 1 киловольт, 2 киловольта. Вот всякие тут есть качественные. Вот тут предохранители тоже собираю, обычно классические, вот это термопредохранитель, восстанавливающий предохранитель, самовосстанавливающий предохранитель. Кристаллы тоже собираю, места много не занимает, возможно, пригодятся, да. Это позистор, вообще не знаю, зачем я его собираю, но собираю. Вот, разъемы это нужная обязательная вещь, они всегда пригодятся, потому что на платах без разъемов как потом их соединять между собой. Кнопки обычные такие. Ну, это ничего. Но, в принципе, все, что нашел. Кинескоп, естественно, и корпус я не оставляю, выбрасываю в утиль. Наверное, нужно все-таки заняться сбором и сдачей вторичного сырья. Не ради денег, а ради экологии, чтобы все это в мусор не превращалось. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.